наш рассказ вполне серьезен. Родилась в одном колхозе, расцвела подобно розе малышка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы синие очи, волосы русые, ну короче, Манечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали: Манечка. Видят все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем, колхоз не беден, в председательской победе в институт в столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут: ждем с дипломом, возвращайся агрономом, Манечка. Кончен курс на факультете, ждут родители, соседи. Только что же она не едет, Манечка? Пишут ей односельчане: объясни свое молчание, приезжай скорее, Маня, Манечка. Пишут, пишут, нет ответа, едут, ищут: Маня, где ты? Разыскали ты ли это, Манечка? Нет бровей, исчезли косы, кудри взбиты цвета проса, рот желтее абрикоса, Манечка. Говорите, я со мной, я, простите, вас не знаю, я теперь совсем иная, Манечка. Ах, жить хочу в кругу семьи, мне чужда периферия, не поеду, есть другие, Манечка. Мне диплом вообще не нужен, я живу на средства мужа, вам известно, где он служит, Манечка. Земляки на миг смутились, говорят: скажи на милость, что ж с тобою приключилось, Манечка? Иль забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все. Живи уродом, Манечка. Весь рассказ, где нет морали, вы такую не встречали, она, возможно, в зале. Маня! Манечка! Манечка!